Салам лишен. Марил тывен эфир, что же угочен унай, погалами да палмы емлаком вошляш жаб толншон. Та часу унарина мой кужун балдарашом тюнгал иктым гана каласем тиде режиссер да артист Василий Домрчев. Салам лишен, Василий Валерьянович. Салам лишен. Пари! Василий Валерьянович, илы шара мертвен огыл, те кугу кюкшутышку шуында, тыга чапнерген шукын же шонат. Но чон пучан каласыза, тыгодым те тему нерген шонен да, вот шкем че пландараш, а лишь республикан мимжым кюшкан елташ? Это что кумыш еще, куда мы шонем, что мы нулы еш, мэн улыт эргавла, куда же кушкат, и мы нулым тюням баке шочек тенам гын, ну, сайни лаш, илшаш улыт. Туге же, мом ушты шаш улам мэй? Пашам. Хе, мон шонмашты дичила паша. Еш илыштен театр, туда колдалтеш. Ну, шкежат тидам палет мутлан, да? Палет тидам, вот, это тагай, потому что если театр ста пашам аштеткан, менгышка, мен, вот монда что, тидам аштаман, еш гнам же дюдам от малэ, и тенет парля, и пелашей ток малэ, мулан, мулашкан, Тружлана, му, кузы, может быть, ну, уже еще, вот, пилаш влак, ну, что трак, ведь тидам, тидам энергия шонат, если мы уже палаем, вот, ты это елешь, и ку нам залышка туда меньше инчеш, он час спектаклем, кузырак, тут мы же, вот, уже шинчажем, ку нам вара спектакль, вара кая, янгар там, он телефон, мы им тайм, менгуште учена, как бы мы еще, вот, совет артовара, менгуште ку нам, ешь в чумурга, ну, спектакль севара, шке, шо намаш там колосат. Нам то, что ну, ты да пролячила, не мне не лишь, что линок керты, что актер, режиссер, Каин Менгу, манам, и чела ты да монда. Ты да и лишь. Ну что, привыкаешь? Главное, молчи. Понял. Ты говоришь много. Понял. Еще бань 40, и ты будешь дедом, хозяином жизни. Понял? А ты понял? Не понял. Можно и так. И не таких ломали. Понял? Василий Валерьянович, а перейдем к всем, ты доил же, что ты челаштин шуктен, да? Пертуло. Пушенька мана, да, жандаш клыш. Мы целый садом шандинам. Вара, он ергам, кок ерга кушкеш. Так что мы еще замажете чела. Шукталтын. Шукталтын. Так я же им бачу не димашен. Но тут у меня это манамас не... Чонген шугал там ден веле огол, тут мы еще штен шуктуман, чтоб ты да вот щеном куан дарыш лежи, чтоб каждый шурупшишке верстыш лежи, каждый он аже сера старыш, ты да. Уводи! Стоять! Целься лучше! Да пошел ты! Ну-ка, полесни. Давай сюда. Хорош. Метин дам эре режиссер, киноартист, артист, сэм ньё дэштэна, а откаст паумшэш, ты мугай ачал, да? Шкэ же шонэм, что мудкой сай ачал. А ну ну мум калазад, мы калацэдам кирт. Калык шочмо мланды нерген икташ пашам сниматлымы годым режиссер семын надыр деч посна пашам ыштен керті дәлі? Біз гонорар кертам. Тюң жоқ сау бол. Тюң жоқ шкенді сім тергаш. А кертам мой тидым ыштен. Мой тидым ыштен амал дегіна. И тиды вот оңай. Ugh.
Господи. Что смотришь? Режь давай! Кинофильм, что ты тюрла ролем Чуненда Гнат, митиндам, проста, чунан, прокурор, семан, поснак, чет юратина. Каласа, а ты до роль, ты нам кулыш саврей ногал? Мы шкежа, просто же, куда нам иди смотри лекте, челан шенгечен дюжушт маграт или полицайман, да? Вара, жа пертыш, куда нам орлики на лекте упырь, может, даже тогда или иначе, что мой спектакль севара каем, и илем ли киров уремиште, то, что самар крызылак вошли, ты моему жалтарень колтат мюнгу мартен. Коктюжем колымша ишта, Мария автономием ишта, малан шыда и темеш. Тида датылан, ты мом ямдалаш тюнгалда? Ну, именно тюнгал на касте Мария Кукжарыш драматеатрлан индешлу вищи темеш. Ладналым шиште. Мы шоним, что мы тюнгал на вот титлан, и шонмаш улышташ тагай публистись, артистический, игровой, такой мотман, артист шамистен, инертаж, документ лаклан. А что мы шуешь, такая вот шагата от колы минутаж, документальный кином. И вот что нам шло, такой моден, а республикан юбилей, он же, что нам шло, колот, но ты думка, что вот о чем ты. Собирайся, народ, водить хоровод! Боярыню Масленицу провожаем! На шумный праздник всех приглашаем! 2 марта с 11 часов на Патриаршей площади масленичные гулянья. Ярмарка, концерт, игры и конкурсы, катание на горках и лошадях, сжигание чучела. Принимаем заявки на участие в ярмарке. Вы любите эти группы? Вы знаете их песни? Да! И 15 марта в 18.00 Blitz FM отмечает свой 4-й день рождения. Stone Club. Нам 4 года. Специальные гости. Пилот. Конец фильма. Справки по телефону 20-43-12. Частное издательство «Телерадио» выпустило в свет подарочное издание стихотворений Леонида Маркелова «Надеюсь, образом чудесным». Альбом иллюстрирован работами фотохудожников Валерия Кузьминых и Петра Васильева. Заявки на приобретение книг принимаются по телефону 42 28 28. Не стоит думать, что лучшее в культуре народа Мари осталось в прошлом. Мариэл ТВ. Дневник культурной жизни. По будням на РЕН-ТВ. Регион 12.